Всем привет! Тут мне подписчик хотел купить вертикальный пылесос Tuvio со скидочкой в 20%. Вот она, акция с 5 по 28 августа. Она на сегодняшний день действует. Дальше это Яндекс.Дистрибуция, мой личный кабинет, который привязан к YouTube-каналу. К моему YouTube каналу Ихиат. Но когда мы переходим по партнерской ссылке, вводим мой промокод, возьмем там любой абсолютно пылесос, добавим его в корзину, зайдем в корзину, так, этот введем промокод. Время акции истекло или еще не началось. Интересно. То есть, по факту, акция существует. Вот она. Действует до 5 августа 2028 года. Это у нас бюджет акции. Остаток 6%. Далее, вот инструменты, вот мои промокоды, вот она Tuvio, 20%, остаток бюджета 6%. Тут тогда возникает вопрос, что такое 6% и какой был бюджет. Хотя на днях тут было, дай бог памяти, 97 или 98%. Вот буквально пару дней назад заходил, бюджет был огромный. Вот так вот под нас накалывает Яндекс. И вопрос, стоит ли с этим Яндексом работать или нет. Выбирайте сами. Я, наверное, с Яндексом работать заканчиваю. Так, если мы вот этот вот удалим, оставим за 6000, да? Применить. Да. Еще раз да. Яндекс.Маркет в очередной раз показал, что такое российские платформы и чего от них можно ждать. Спасибо подписчику за то, что сделал мне такое замечание. Работа с Яндекс.Маркетом, скорее всего, у меня на этом закончится. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!